По фактам раскидал. Забрать. Ты сапи перепутал. Никто. Берешь, закрываешь. Опа, кого-то хлопнули. Блин, ну я все понимаю, но этого я не понимаю. Я Борис. Назначен новый командир. Вот это папа-поворот. Нюхая песенки начинается. Едем на Совет Пейс. Так, ребят, готовьтесь. Сразу говорю, путь в Ольгау нам оформлен. Нет. Понял. Что, на Новый год петардами затарились, ребята? Нет еще? Патроны. Готовьтесь плавить. Тормози брычку, брат. Выходим. Я позицию занимаю. Лопату в руки! Разгружаем. Все, вперед.
Командир, дай мне, пожалуйста, этот, а? Пулемет куда-нибудь поставь. Пулемет? Да-да-да, было бы прикольно. Куда? На башню, на башню. На башню? Ну да, на дворной, где петушки сидят. Медь. Отметь на какую башню. ХЗ, короче, это не здесь оказывается, ну ладно, давай. Погнали на Совет Бейс. А, блядь, я забыл патроны поставить. Нормально. Короче, идите пока что, я поставлю. Аи, стой, пошли копать. Все, подставили патроны, идем. Прямо есть. Ребят, на 140 противник где-то бегал. Вижу, бежит чучело на 240. Дядь, чучело на 240. Сейчас буду работать. Хорошо, хорошо. Ребят, по-моему, тут работает. Мне пристреляться проще. Что-то странно, что он один. А я бы вообще там бы позицию занял бы. В песках где-нибудь. Пойдем вместе. Не? Пойдем попробуем. Не, а может если... Может ты сверху останешься, а я вперед пройду. Давай, давай. Противник проходит. Не знаю, как скажешь. Давай, да, там у них замес. Пойдем. Ребят,
Ребят, контролируйте эту местность. Давай зайдем в спину им. А я так и планирую. Угу. Угу, угу, угу. И вместе выходим на позицию. Если что, там противник в яме вроде как. Я готов. Тоже. Когда интерес техника подойдет. Ребят, нам скорее всего скоро подлетит вертолет. Давай вдоль забора. Не вижу никого. Ребят, аккуратно, аккуратненько, какая-то техника едет. У кого-нибудь тандем есть? Тандем есть у кого-нибудь, ребят? Мы закрепились в районе. Видите? Так понимаю, никого нету в тандеме. Танк. Техника на 75. Ребят, давайте на Густаву. Проходите вперед. Кто может? Вперед на Гастал. Погнали. Вся душа.
Вперед, пробегай, крою. Вон они бегают впереди, на 140 далеко. Угу. Сейчас позицию ему, ты пробегай. Давай, двери. А чё, у них тут хаба не было разве? По мне работает. По мне тоже. Мне вообще какие-то странные, если честно. Они даже первую точку не взяли. Чё вам вообще с ними говорить? Дам дым. Не со скалы работают. Сейчас буду смотреть. Хорошо прилетает, слушай. Давай ползку налево куда-нибудь. Ух ты. Кроет, кроет нормально. Снайпер, походу. А. Прямо чуть дальше метки движения снайпер. Понял. Прям ровно на 105, я вижу его. А, я сейчас тебе дам это... Все, подавил, смотри его. Угу. Ставь метку. Метку тоже. Стреляй по нему. Перезаряжаюсь. Я пошел вперед, все равно нету прицела. Ребята, к линии фронта подходите. Кто сзади? Еще. Это подниму. Подписка, ты там далеко не угу. Если дым, дымы есть. Да, сейчас кину. Я не понял, откуда прилетел даже. От души. Сняли его? Давай. Сейчас убью его. А прикрыл у меня, видимо, пустой. Я лег, лег. Все, все, лежу, лежу. Вижу его. Убил. Побежали его, сняли. Угу. Все. Пацаны, почему не восстанавливается бег? Чё? Ранен. Ты ранен, наверное. Ранен, наверное. Да, 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 ранен, ранен. Поэтому не восстанавливается. Теперь вкурил. С гостауна пулеметчик работает. Впереди деревня защищается. Пацаны, куда идти?
Ребята, все, ожидаем технику, ожидаем технику. Не лезем. Откидываем ралик здесь. Медик есть? Рядом. Дыши. Поставил ралик. Спасибо. Нас набирай, есть, и сюда стреливайте. Медик, медик. Медиков на кого? Не вылазьте, я его злю. Ко мне не подходите. Медика давайте, где он уже? Я вижу. Ребята, ребята, не стойте там, идите вперед. Спасибо. Где медик? Я иду. А есть сейчас у кого-нибудь патроны вообще пустые? У нас патроны есть, мужики, у кого? Нет. Все, ребят, давайте, погнали. Давайте, бегите справа по врагам. Ёжик! По мне снайпер работает. Олег ВД, давай налево, подними, пожалуйста. Ща я подниму вас, ребят. Все, вижу. Ништяк, спасибо. Кто-то справа пылесосит. Вон с горы ебут. Ребята, справа от нас танк.
Патрон нету. Так, короче, ребят, на ральке спавнитесь. Выбора нет. И бегите, без спавна. На крыше, на крыше. У нас сейчас спил захватывает совет бейс. Или нет? Да, да, захватывает. Подниматься? На совет бейс. Ребята, оттягивайтесь. Спавнитесь на хабе. Совет бейс захватываю. Вот на Эш 8-6-1 там спавнитесь. Кто на горостауне остался? Я здесь. Ну, походу, с тобой вдвоем тут. Кто на горостауне остался, там оставайтесь. Ну, что будем делать? Гренадир, прям возле меня в ангаре. Сзади, сзади тебя. В углу лежит, у ворот. Мертвый. Походу разменялся. А там еще есть. Три вообще. В ангаре есть один. Он поднимает там. В ангар залетите сначала, потом поднимите. Где контакт? На все побили. Давайте технику, что ли? Все бломы. Вижу это технику. Хлопани, хлопани. Без людей. Спасибо. Спасибо. Чё, может, нас до Тигри довезут до следующей точки?
Или в обороне? Продвизить до точки. Стой, стой, стой. Поближе к точке. Далеко бежим. Командор, дай сесть на танк, а? Прямо противник. Противник перед нами. У них техника там прямо. Аккуратнее, не слезь. Она страйкер едет. Все, ребят, не вылазьте, сейчас это наша ёбка продуем, мы пойдем. Медик, ты лежишь или поднимаешь? То есть я РПГ что-то подниму. Блять, меня попали! Отойдем к медикам, отойдем. На Галстауне человек 5 высадилось.
Кто лежит на моей метке? Там все сдохли. Ребята, вот кто возле хапа, попробуйте его выбить. Я беру. Ежик тоже иди убивай. Они внутри сидят? Да. Ну их легко будет выключить. Ну тут танк вроде. Ребята, силу к вам есть танк. Запад их нам стреляющим подъезжает. Все, это кап чист. Уходите с хаба. Кто на хабе? Спасибо. Ты вообще складно гонишь. Ты сейчас только там человек убиваешь. Я думал, что вы там не справились. А чё это за артиллерия? Пацаны. Это жопа. Я просто тебя не понял, что это. Нельзя. Убегайте вообще нафиг оттуда, чем дальше, тем лучше. Командир был снят с должности. Складной, скажи этому Джоджо, чтоб меня поднял на танке. Куда? Синяк. Зачем? Командир!
Опять хаб заблочили. Зачем тебе это? Да я посмотрел просто, ресурсы просто проверил. Надо здесь строить. Сейчас подойду. Там они есть же, да? Да, на полную. Короче, 9 сейчас построю. Хаб, где ралик надо бы поставить? Да не, лучше здесь. А у красных дымов наши нет? Нет, не наш. Кто это возле соплайки девятого? Строй хаб. А кто 9-го выбил? На 120. Наверное, оттуда вас. Ребята, судя по НП, там кто-то с севера едет. Какая-то техника, наверное. Аллилуйя. Патроны поставили? Патроны поставили. Спасибо. А здесь еще патроны. На краю прям. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь из вас поехал на май и привез еще сплай.
Не могу стану, сейчас танк поехал. Через часа, наверное, там какая-то херня есть, судя по карте. А, нет, убрали. Отличная работа. Oh.